Переход на новый формат телевещания в стране в самом разгаре. В Смоленской области этот процесс завершится 3 июня 2019 года. Но что именно надо делать, чтобы не остаться без телесигнала, понятно не всем. 3 марта десногорским волонтерам провели обучающий семинар о том, как правильно настраивать телевизоры. Именно эти ребята будут приходить на помощь жителям Десногорска, которые запутались в предстоящих нововведениях. Если у жителей возникнут какие-то трудности, вопросы по переходу, мы всегда готовы помочь. Наши волонтеры придут и объяснят, как настроить вот это оборудование. Приобретение оборудования, которое необходимо, осуществляется самими жителями. При этом установка оборудования на крышах или проведение монтажных работ в обязанности волонтеров не входит. Ребята помогут только подключить приставку или домашнюю антенну в квартире и настроить ТВ-сигнал. Для этого жителям нужно звонить на горячую линию Смоленской области 8 42 12 20 58 88. Напоминаем, что для абонентов кабельной сети Десна ТВ все остается как раньше. Докупать новое оборудование и производить настройки не требуется. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.